В Екатеринбурге на днях завершено следствие по уголовному делу однополой пары автоугонщиков 27 и 33 лет от роду, которое вскоре начнет рассматривать суд. Тот, что постарше, с сентября по декабрь прошлого года угнал 4 корейских легковушки. На последнем декабрьском угоне он попался вместе со своим более молодым подельником, жителем Кировграда. Возможно, многие еще не забыли вот эти кадры взятия с поличным. За что задержаны? Ну вот, на машине покатался. Каким образом? Поясните, пожалуйста. Ушел, стоит заведенная. Заведенная прям стояла? Да. Где стояла машина? Я не знаю, в городе плохо ориентируюсь, я не местный. К данному автомобилю сейчас подсоединены так называемые мозги. То есть угонщики используют их для того, чтобы гнать автомобиль. То есть, чтобы не пытаться там свой ключ как-то прописать, а то есть они вставляют мозги и уже, получается, пароратом там заводят, чтобы не было никаких там сложностей. Угонщики специализировались на корейских тачках типа Kia, Hyundai, которые без особых проблем можно спихнуть, да и добыть их тоже особых подвигов совершать не требовало. Например, вот эту двухмесячную с еще штатной сигнализацией взяли очень легко. Сначала свернули башку, потом свернули железо, отогнали в тихое место. Там, кстати, своего подельника как раз и ждал старший товарищ на «Ладе» Калине, в которой полицейские нашли аналогичные девайсы для угона других машин. Оборудование для хищения машин. Так, что это у нас? Здесь ничего нет. Ну, это, скорее всего, Hyundai Kia, электронный блок управления двигателем, на котором, скорее всего, отключен режим, функция иммобилайзера. Подключаешь к автомобилю и запускаешь автомобиль без ключа. Общая стоимость добычи двух угонщиков составила более 3 миллионов рублей. А уголовное дело против них возбудили и расследовали в следственном подразделении управления МВД по городу Екатеринбургу по статье 158 «Кража». По третьей ее части, касающейся хищения чужого имущества в крупном размере, светит им за это до 6 лет лишения свободы. Да, кстати, 3 из 4 угнанных машин полицейские вернули владельцам. Некоторым спустя буквально пару часов после угона, о котором те даже не подозревали. Благодарна сотрудникам, что они нашли мою машину. Большое спасибо вообще. Просто большое спасибо.